снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загарпунили бы в научных целях. Начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Вот и славно. Мэридит Стаут, ты звонил, правильно? Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздёк. Условия ставить? Давай свои условия! Блять, лапы от меня убери! Господи, Мэридит! Хлебало завали! Эта херня готова? Так точно. А теперь... отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? С парой ангелов-хранителей. Ты сейчас на мушке у 50-го калибра. Не отпустишь? Твои шестерки будут тебя как конструктор собирать. Врет. Будешь выебываться, получишь 2 миллиона вольт. Проверьте территорию. Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Господи, успокойся уже и отпусти меня. Отвечай, сука! Энтони Гилкрест! Гилкрест? Я его первый раз вижу. Не врет. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его!
Выпусти меня, пока я... Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. А сразу так нельзя было? Заткнись. Чего тебе от меня нужно? Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Звучит годно. Я в деле. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Ты захочешь вот меня найти? Кредитка теперь без вирусов. Я очень быстро тебя найду. Не верь ей! Эта штука в расстрельном списке! Она же сольет тебя! Ты. Вая Порфейн! Рассказывай, что нарыл. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится.
Они с Дексом уже работали, до того, как он ушел на каникулы. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их холе. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Думаю, по-хорошему не получится. Это ж мальстрём. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Ну что, хромовый ад? Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. Честь для них тоже кое-что значит. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. А вот с мальстрёмом хуй просышь. Звони, пусть открывают. Я вас не знаю. Открой дверь, блядь. Ага, сейчас. Вам, блядь, назначено? У меня в календаре ничего нет. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Да. Уютно тут. Пару фикусов бы еще. Они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Мелитеховские игрушки. Банда психопатов с армейскими приблудами на пару миллионов. Чует, моя жопа будет весело. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Со вкусом. Спокойно. Они нас просто пугают. Живи быстро.
Спокойно, Ви. Не залупайся. Мы на их территории. Чего вам надо? Мне нужен Ройс. У меня с ним сделка. Мистер Ройс пока что занят. Говори, что надо. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. На диван, бля, быром. Ты, блядь, глухой? Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Я постою. Тебе чё, непонятно? Положи свою жопу на диван! А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз... Господи, Джек, ты чего? Примерито? Мне не нравится его тон. Секунду. Сидя, намного сложнее увернуться. Паркуй жопу, пока Джек, я тебе треть... Просто сядь. Это плохо кончится, но... Сука. Ну, заебись. Чё такой хмурый? Улыбнись. Дунь. Что дуешь? Скан, чистый, как детская присыпка. Черная дурь? Ее ж нигде не достать. Хорошие у вас каналы. Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфин, и поэтому ты не чувствуешь боль. Кошмарит так, что похоже на психоз. Ее давали солдатам во время корпоративных войн. Киберпсихи ей закидываются, как конфетами. Если испарять, эффект тот же, только чище. Давай, не бзди! Полегче. А вот теперь поговорим. Вот он, Болт, модель МТ-0Д-1-2. А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пусти ищут сколько хотят. Мы стерли у Болта серийный номер и переназначили админские права. Так что если уж он твой, то он твой. Дай заценить. Да пожалуйста. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер вора. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку... Да, можно и блевануть. Ну как тебе? А, Ворон вроде как не фабричный контроллер для болта. Ха! Нет, конечно. Контроллеры Мелитеха подключены к их системам. Ты же не хочешь, чтобы они узнали, кто бегает с их краденным добром? Ворон — наша работа. Исправленная нейронная синхронизация, никакой слежки. Я бы вообще его продавал. Ладно, сойдет. Ха! Гляди, сука, какой привередливый. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил. Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Да брось. Нельзя же платить за одно и то же два раза. А тут не ты решаешь, что можно, а что нельзя. Скажи заплатить два раза, заплатишь два раза!
Условия простые. Нужен болт. Показывай, Энди. Я кому говорю? Вы уже один раз получили деньги. Так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Ты так и не сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Жердяй, который наебал половину Пасифики! Он до сих пор жив? Вот этот стрёмный урод! Вали в них! Вали, тварь! Муэрте, каброн! Сука! Хорош! Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее. Надо понять, как отсюда выбраться. Все наше. И бот, и контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Блять, ебаное мясо! Сейчас весь провоняю! Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Круто, работает. Пошли.
все просматривается. Осторожно. Быстро! Дамы и господа! Все просматривается. Осторожно.
спеши. Тут есть камеры. Че, типа, умный? Попробуйте рискнуть. Гнев! Ярость! Бойня! Врус! Отдайся инстинктам! Да, мы... Все просмотрим. Не жалей никого, слышишь?
поскольку... Ви! Тебя ранили! Ищите и обрящите, Кавронес! Знаешь, на кого залупаешься? Уроды. Ну, вроде бы все. Прячься быстро.
кумкват вашей души. Теперь чисто. Вот же уроды. Но даже инсайдеры из крупнейших корпораций не догадывались, о чем речь. Журналисты Nippon Daily сообщают, что на загадочный биочип можно загрузить, как бы сказать... сознание, разум, душу. Чип хранит так называемую нейронную энграмму личности. Синтетическое мясо для натуральной энергии. Попробуй. И вуаля! Теперь вашему мозгу не будет так одиноко. Только представьте, вы с матушкой беседуете, и вдруг она внезапно решает конь двинуть, а вы чип... Ага, детонатор. Долго ты там сидел? Сколько-то дней, не знаю. Мои люди попытались мне помочь, приносили всякое. Ройс всех кинул в микроволновую сушилку и заставил меня смотреть. Мы здесь вроде как из-за тебя. Забирали бота, которого купил Декстер. Он сказал вам мне помочь? Нет, забрать товар. В этом весь Декс. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, Омбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Сочтемся, если еще потом встретимся. Уверен? Вид у тебя не очень. Я у себя дома. Обо мне не беспокойтесь.
перекрыты? Да. А где Курт и Томми? Они все. Кто-то видел тела. Вот суки. А где шеф? Чужаков, охота началась! Ты пойдешь ко входу в гараж. Заметил что-то? Не пали во все стороны, пока не дашь нам знать. Ты — Асклад. Охранять оборудование. Бегом марш! Но плохо спрятался, я не виноват. Бегом за суперсладким мегадрайвом. Жизнь слишком коротка. Живи быстро. Все равно я тебя найду! Привет, меня зовут Ари Хакбал, и это новости на WNS. Шокирую шину из этой недели. Нападение киберпсихопата на Маленайт Сити и Утюсарай. Я точно знаю! К счастью, его вовремя обезвредил детектив полиции и вор не пустил печального исхода. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Уясен, что это было? Дергайся, а то нас увидят.
вроде бы все. Все, теперь чисто.
Вот же уроды. Ну, вроде бы все. Вот же уроды. Теперь чисто. Еще немного, спрячься быстро. Давай, Ви! Надо выбираться! Милитех. У них эти дроны в каждой дыре. Давай за ворота! Там поговорим!
Дела с Мальстрёмом обычно ничем хорошим не кончаются. Похоже, вам обоим сегодня повезло. Что со Стаут? Не на тех она ставила. Пришлось за это платить. Ничего сложного. Могу сказать, что вы с ней больше не встретитесь. А ты зачем приехал? Но мы же так и не узнали, кто в результате был крысой. Вот я и надеялся, что мальстрёмовцы тебе расскажут. Ага, конечно. Трупы информации не делятся. Ну, ничего. Постараюсь что-нибудь придумать. Приятно было поболтать. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Ну, на сегодня все. Что теперь? Я так скажу, хватит с меня впечатлений. Дай знать Дексу, что его игрушка у нас. Пусть готовит шампанское, нам после такого положено. Ай луэго, Ви. Как дела на фронтах, мистер Ви? Вот у меня. И как прошло? Неприятности были? И что там насчет Меритина? Само собой были проблемы. Ройс на хую вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Встретился со Стаут, мы договорились. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Значит, ты заплатил за него их деньгами? Нет. Решил, что деньги мне самому пригодятся. Бота я просто забрал. Вот так просто? Не совсем. Пришлось применить силу. Ты крепкий орешек, мистер Ви. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ, то есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания.
Cette nuit on crée des orages, elle fait couper le flip pour se cacher dans le fourrage. Des miroirs, un mirage, pistolet, pirate, la pute, elle me gosse, tire le nuage. J'ai deux serpents, una serpiente, fouille ta mère. Твое слово дороже.